Всем привет, дорогие зрители, с вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. В районе Обагел под ВНЖ продается 2 плюс 1 на среднем этаже. Проект был сдан в 2007 году. Огромный балкон. Стороны тут смотрят на восток, на запад, также на север. Глазами горы видны вот так, как вы сейчас видите. Расстояние отсюда до моря максимум 400 метров. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Маркет, рестораны, рынок по понедельникам. Квартира после европейца. Также есть установлены трубы, можно установить радиатор. Ну, как говорил в Алании, это не важно. Такая гостиная комната, совмещенная с кухней. Бытовая техника. Холодильник профила. Стиральная машинка Siemens. Духовка, плита, вытяжка фирмы Siemens. Так. Прихожая. Первая спальня. Кондиционер фирмы Баймак, но нужно поменять на инверторную. Тут у нас второй балкон. Смотрит на соседнее здание, но балкон большой. Два балкона. Вот сюда устанавливается электрический бойлер. Два санузла. Первый санузел без душевой кабинки. Есть вытяжка. Цена этой квартиры 114 тысяч евро. Айдат 1200 лир. Где-то полезная площадь полностью вместе с балконами. Здесь 90-95 минимум. Это от стены до стены. Я уже на глаз знаю очень много проектов в Алании. Если я говорю квадратный метр, то это все правильные квадратные метры. Не брутто, а нетто. Также выходит на этот же балкон. И расстояние до моря у меня правильное. Все отмерял, все как бы точно даже могу сказать, сколько метров до моря. Здесь где-то 400-430 метров до воды. Хорошая, уютная квартира за хорошую цену. ВНЖ, чтобы получить, нужно в ТАПУ указать 200 тысяч евро. Налоги выйдут на оформление квартиры плюс-минус 10 тысяч долларов добавок. Спускаюсь вниз, показываю территорию. Такой коридорчик, на этаже у нас 2-4 квартиры. Лифт вместимость 4 человек. Средний этаж. 2007 года проект. Качественные проекты строили раньше, сейчас не знаю, новостройки как-то я не любитель. Хорошая шумоизоляция. Кажется, еще у квартир есть своя кладовка снизу. Это надо потом на месте глянуть. Сейчас не могу сказать. И здесь лесенки. Зона барбекю, шезлонги. Там зона барбекю, тут зона барбекю. Камера наблюдения есть. Вот. И здесь вход. Открытая парковка снаружи. Тут еще можно сесть. Сзади у меня беседка. Также вход в здание с той стороны. Там тоже открытая парковка. Ухоженный проект. Уютненький.
Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарий. Кого интересует другая какая-нибудь недвижимость, у меня большой портфель. Покажу то, что вы ищете по самым оптимальным ценам на этом рынке. Люкс, там ищете, допустим, бюджетный вариант, эконом-вариант или роскошную какую-нибудь квартиру. По вашим критериям найду то, что вы желаете. Все, с вами был Агасий, Солнечная Алания, район Обаки. Всем пока-пока.